Да, дамы и господа, мы сегодня рассмотрим видосик, вроде бы там полторы минутки, но в конце, последних 10 секунд, о божечки, это просто извращение. Да, нельзя ж так вот прям сразу выкатывать, ну ладно, ближе к телу. Да, а еще подпишитесь на наш телеграм-канал, вот наш телеграм-канал, здесь у нас идет розыгрыш. Да, он раки сдержит. Лакрес, но это не тот розыгрыш, вот, нажимаете вот здесь закрепленный розыгрыш, и у нас будет 5 победителей, и 6 победителей будет за 1500 человек, так что участвуйте и выигрывайте, на халяву можете получить альбом, просмотр аккаунта, подписку на канал, там на выбор, короче, что хотите, то и получите, 5 победителей будет, целых 5, да, так что успейте поучаствовать, так как уже в конце этой недели будет розыгрыш, если вы еще не участвовали, участвуйте, 5 победителей будет. То есть, если ты не участвуешь, ты не выигрываешь. Если ты участвуешь, ты можешь выиграть. Тем более 5. Платить тебе за это не надо. Зашел в Телеграм, участвуешь. Ссылка на Телеграм в описании. Или напиши в поиске Телеграма канал Arrakis Games. Вот видите название канала. Вот здесь пишите Arrakis Games, и вам находит наш канал. Я думаю, больше по Сумонарвару, чем в нашем канале в СНГ, просто нету людей. Тем более, да. С новостями, всеми делами. В общем, и здесь листайте вверх. Здесь есть промокоды. Вот промокод. Вот промокоды. Целый список промокодов, если вы их еще не ввели, заходите, пользуйтесь. Также добавляйтесь в друзья ВКонтакте, добавляю всех подряд. Так, поехали. Итак, давайте сначала не на ГВ, а посмотрим на сие чудо. Итак, включу вам. Видно? Видно. Я музыку выключу свою. Или лучше свою, а здесь выключим музыку. Итак, нам показали трейлер, ну как бы начало это то, что мы уже видели. Да. Катерину нам какую-то показали. Часть они здесь захватят новые обновы, типа там 12-й гигант, все боссы и все такое. Ну вот это вот мы все видели тоже, когда вводили дыру измерений, помните, Бернард там дрался с какими-то полуголемами. Ага. То есть они рассказывают про некое, что ли, достижение за все эти годы. Ага. Так что вот такие вот нам мультики показывают. Но самое главное не это. Сейчас вы увидите под конец, я стопорну. Да... Комиксы какие-то, может вы видели, сейчас они начали продавать эти комиксы по 10 долларов, кто хочет покупает, кто хочет не покупать, дело ваше. Комиксы, по-моему, полностью будут на английском языке. Да, и типа они 2 комикса выпустили, которые там будут развозить по всей планете. Короче, вам по почте будут отправлять их после, ну, или в сентябре, или после сентября месяца. Да, и там вы можете якобы узнать больше по игре Summoner War, наверное, не знаю. Да, кто купит компик, кто купит комиксы, пришлите мне пару скриншотов хотя бы, о чем там. Lost Centuria. А вот это уже новая игра, скажем так. Ну, я не знаю, можно ли называть это продолжением Summoner War? Наверное, нет. Но все-таки большая часть монстров будет из Summoner War. Вот это не гусь. Если что, я думал, это новый персонаж будет называться, так и будет называться гусь. Но нет, оказалось, это перна. Ладно. Ладно, хорошо. Это рыцарь смерти, архангел. Сейчас я буду ставить паузы, так, чтобы вы поняли. Смотрите, арх бьет арха, ударил его. И, по-моему, вот, тут нанес урон, а здесь он хильнулся на 292. То есть, арх в вампирике. Анимация, да, очень похожая. Вот, и смотрите, монстры. Канамия, вон, Инугами или Цербер, Ритеш. Смерть с косой, я так понимаю, да, это у нас там сзади. Вон Ганимед у нас стоит, это два архангела. Это, я так понимаю, то ли, ну вот это вот, то ли Дриада, то ли кто это такое. Вот это кто это, тут тоже не видно. То ли это поняшка в форме девочки, то ли что, я не до конца рублю фишку. Это у нас, соответственно, вот видите, это перна. Перна такая маленькая, напоминает гуся. Так, сейчас, секундочку. Вот, Ракан. И вот это вот, я не знаю, кто это. Ну видите, вот так типа мы будем драться. Я не знаю, это PvP или это PvE какая-то локация. Все видите, как будто первого уровня, или непонятно, что эта цифра означает. Может, это далеко даже не уровень. Но стихии, смотрите, есть ветер, есть свет. Свет и ветер, заметьте, почти одинаковые. Есть вода, есть тьма, есть огонь. Наверное, в плане стихий здесь будет все то же самое. То есть тоже типа 5 стихий, стандарт. И монстры, видите, ну, по сути дела, Summoner War. Я не знаю, в чем конкретное будет отличие Lost Centurion от Summoner War. Но поиграть я хочу. Не знаю, как вы, я в это точно поиграю. Я надеюсь, что игра будет настолько же, скажем так, добра к фри-ту-плейщику, как и Summoner War. Ну, если сравнивать с каким-то Raid Shadows Legends, говном этим собачьим, понимаете, в плане доната, да? Так что посмотрим, да-да-да. Вот, и вот эти цифры непонятно. 4, 5, 6...
4, 5, 5, 6. Это уровень или очередность хода, или это какой-то уровень заряда. Я не знаю, что это такое. Ну, как бы, понимаете, да? Мне же не дали поиграть. Я лишь сужу по картинке того, что происходит. Так, тут они типа дерутся, смотрим дальше. Здесь как вы типа персонажа одеваете. Вот, я так понимаю, это его скиллы. Какая-то заморозка, щит, автоатака. Ну, тоже наверняка каждый скилл, наверное, будет точиться. А может, не будет точиться. Не знаю, как это все будет. Вот видите? Вот что это за персонаж? Похоже на... Не знаю, на Мишель, что ли. Типа Хлоя Света. Или кто это? Как вы думаете, кто это такая? Можно сказать, что это Фран какая-то переделанная, на двух ножках стоящая. Непонятно, да? Типа, кто это такая? Так вот. А, типа ее пробудили? Она стала там мега-магом. А теперь смотрите, смотрите. Смотрите, как они дерутся против боссов. Я мотну назад на секундочку. Смотрите, здесь вы юзаете скиллы. Ну, как во многих подобных играх. Это автоатака. Здесь вы развиваете скиллы по мере уровней. Там прокачиваете наверняка их. Может быть и Оракул, да. И, соответственно, юзаете эти скиллы. Будет ли мана тратиться на эти скиллы? Или какая-то выносливость, не знаю, называйте как хотите. Или просто будет откат у скиллов? Понятия не имею. Ну, я спросил бы, ребят, может вы играли? Напишите, но вы еще не играли, как я не играл. Да, то есть, типа, бета-тест этой игры якобы у них там где-то, возможно, идет. А может это просто разработчики что-то там тестируют и все. Ну, то есть, если только дадут возможность с нее поиграть, естественно, вы ее сразу увидите на канале. Пускай даже она будет на китайском языке, хоть на украинском. Я даже на украинском готов ее постримить. А это еще хуже, вы же понимаете, да? Так что посмотрим. Да, я прям жду. Ну, серьезно, если эта игра Lost Centuria, или как там вторая называется от Комтуасов, это одна и то же или не одно и то же, неважно. Если что-то из этого выйдет, и оно прям действительно будет неплохо, неплохим вариантом типа Summoner War, то как я буду это все стримить или как я буду в это все играть? К примеру, на стриме будет вот, вот здесь видите, вот здесь сейчас якобы Summoner War, если я уберу вот Summoner War. Только Summoner War уйдет вот сюда вниз, будет в маленьком окне, а новая игра будет вот здесь в большом окне. То есть я чуть-чуть чатик уменьшу, просто вы поняли, да? И будет в маленьком окне Summoner War. То есть я две игры буду играть одновременно. Но если мы там в стандартном Summoner War воюем там на ГВ, что-то эпичное происходит, свитки, я просто вот так меняю экраны. Ну там две кнопки нажать, вы поняли, да? Вот. Но это если будет интересная игра. Как минимум обзор этой игры я точно сделаю. Смотрим дальше. Так, вот они юзают там скиллы свои какие-то. Я же говорю, я не знаю, что тратится на каст этих скиллов. Тупо откат, а дальше ты автоатакой лупишь. Или есть какая-то там мана, энергия, выносливость. Босс какой-то странный, да, без врагов, то есть его отпинали. Даже не знаю, на кого он похож. На какую-то химеру темную. Хотя крыльев у него вроде бы нет. Похож на какую-то корову, которой рога обломали. Да, и типа корова умерла. Да, ага. И вот нам показывают. Сначала Sky Arena Summoner War вышла, да, там короткая анимация, новелла, там все дела. Так, Motion комиксы, комиксы. То есть, соответственно, вот мы дошли до комиксов. Видите, да? То есть начиналось с Summoner War, дошли до комикса. Следующая, следующая игра там типа нам должна быть презентована. Презентована. Ага, Lost Centuria и потом Хроники. Да. Lost Centuria, я так понимаю, это будет что-то типа некой копии Summoner War, а Chronicle, это уже, я не помню, как этот жанр называется, когда ты бегаешь одним мобом, да, и там типа воюешь. Но там тоже будут персонажи Summoner War. Мне, конечно, вот Lost Chronicle, Хроники более интересны, чем Lost Centuria, хотя, может, и она зайдет. Я не знаю, посмотрю. Короче, вот, что нас ожидает в скором времени. Когда будет вот это в 2048 году, а это в 3015 году, я не знаю. Но надеюсь, до конца этого года они хоть что-то нам продвинут. Ну, я так понимаю, первый будет на очереди Lost Centuria. Это естественно, так как они вот так вот сделали. Да, надеюсь на это. Смотрим, что там дальше у нас. Прям жду не дождусь, аж шишечка встала. Да, ожидайте. Все? То есть это все. Я так понял. Да, вот. Такие вот дела. Lost Centuria 866. То есть нам как бы обратную историю, что ли, показывают? Ну, непонятно. Короче, посмотрим. Lost Centuria, я так понимаю, следующее будет. Надеюсь, это не в 2866 году будет Lost Centuria. Пишите, что думаете про игру. Ага. Жесть.
Так, сюда мы возьмем чё? Кого? Кем будем воевать? Мы сюда пойдем через, наверное, возьмем иммунку против Сиары. Кстати, завтра или послезавтра, или уже вышло видео, я не знаю, в какой последовательности, выйдет видео, третья часть «Полный контрец» называется. Вам заспойлерю, или вы уже смотрели видео, там будет Сиара, или была Сиара. Кто будет в четвертом видео, проголосуйте в Телеграме. Да, в Телеграме вы сможете оставить голос за персонажа, которого вы хотите видеть в четвертом выпуске. Да. После нашей эры. А, может быть. Думаешь, не до? Ну ладно, так и быть. Так, мы сюда возьмем, можно взять это Дафнисом, пробить по-быстренькому и все. Да, во вторую пачку, хотя тут тоже иммунка, но. Но я думаю, мы убьем. Так, сюда Дафниса хапнем. Угу. И кого еще? Можно взять макаку, тоже бафы снимают, там все дела. Короче, творить добро на сей земли. А сюда мы можем взять что-то типа... Так, возьмем нашей фефочку. Фефочку нашу новую возьмем. Бета не бетони. Так, тут получается и Гоги надо убить, и школьника надо убить. Посмотрим, там у кого иммунки, наверное, не будет. Того и будем убивать. Добираем сюда Бастет, я так понимаю. Так, Бастет. Правильно, Бастет? Да. Правильно, Бастет. А, кстати, сейчас после этого боя я вам расскажу про петушка. Как вы заметили, у меня раскачана какая-то хуйня. Кхун его зовут. Ну, хуйня. Вот. И я вам расскажу, почему я его раскачал, и я хочу провести эксперимент. На стриме будете узнавать подробнее. Сейчас после этого боя я вам расскажу. Про панда ветра. 100%. Так, и доберем сюда, наверное, все-таки Рику. Я думаю, нас купол немножко спасет от одного, по крайней мере, камня. Убьем? Не убьем? Постараемся. Поехали. Надеюсь, по жопе наваляем. По маленькой их жопке. Да, наваляем, да? Так, бафаемся. Надеюсь, Вуса следующий походит его. Привет, Ванек. Тварь Вуса. Тупая Вуса. Так, ну, по Сиаре мы точно не ударим. Попробуем станить Вусу, тоже не прикол. Короче, крашим ХП паладинши. Так, и пытаемся убить ему Сиару. Отлично, минус Сиара. Так. Как там обнова? Так. Следующая, наверное, будет паладинша. Не хочет почему-то Вуса бафать, ну и не надо. Так, у нас через один ход как раз будет Вуса, прости. Так, стан, нет, слип. И добили. Опять стан, да что ж такое. Так, ладно, гасим пацана. Почти загасили. Бах, просто. Маленький Вуса пиздюкович, да? Ой, блин, блин. Ну, придется, да, как бы Гуги попытаться вынести. 4 стака, так, 90% на каждый выстрел. Ну, хотя бы одно пробитие нужно, приталинка. Да, и этого достаточно будет. Да? Ну что, пробьем? Боже, какая она красотка, да? Надо ей крылышки какие-то будет впихнуть. Ну, поехали. Шт! Два по полтишку, а? И при этом она даже не лидером стояла, кстати. Какие силы атаки прокачала. Так, давайте еще дебафчиков накидаем и стан. Ну, окурива. Так, убьем с первого скилла. Кого? Этого вряд ли убьем. 3 дебафа. 15% за каждый. Ну-ка. 44 тысячи. Ну, почти 44. Считается. Считается. Угадал просто. Один в один. 40 и 4 там просто. Без тысячи. Просто, да? Волшебник. 21. Почти. Там тоже была единичка. Так. Слип. Ах ты грязная кобылка. Считается. Все считается. Так, пробьем или не пробьем? Без всяких дебафов, а ну. О, пробили, видели? Вот это прикол. Магия какая-то. Волшебство какое-то. Так, отлично. Сейчас вам покажу. Короче, для чего и как, зачем я это все сделал. Смотрите. У нас был сегодня эксперимент. Сейчас вам сложно будет показать. Короче, на мировом боссе. Первая пачка, тогда слушайте внимательно. Первая пачка, в ней там 20 монстров, в основном водяные персонажи и, по-моему, там у меня Сиара. Все, этот петух,
он на третьем месте во второй пачке. То есть, если берешь вторую пачку, то он буквально раз, два, три. То есть, если вот так судить, да, вот слева самые сильные монстры, правее чуть-чуть слабее. То есть, он слева на третьем месте. Всего можно, то есть, максимум 20 монстров взять за заход. Он сейчас у меня, сейчас вам покажу его статы. Так, давайте вот так визуально будет лучше видно его. Так, 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 так. Вот, смотрите. На этого петушочка. Петушочек. Петушок, петушок, улыбнитесь, где он? А, вот он. Вот этот кур. В общем-то, смотрите, он сейчас без второго эвейка. Следующим будет он. То есть я его раскачаю на следующей уже, думаю, неделе. Как-то так. Он full skill раскачал ему. И еще немножко грифонов этих добил. То есть ему нужно будет еще грифоны, а им еще full skill, чтобы этому сделать full на втором эвейке full skill. Понимаете, да, о чем я? Так вот, первый слот уже особо не доточишь, может тут по копеечке, но это мелочь. Здесь можно будет поменять либо на 50 защиты не процент, либо на 50 атаки не процент. Лучше в этой ситуации защиты, наверное, так как изначально, ну, хотя то же самое будет. Для этого персонажа то же самое. Здесь можно 7% хп точнуть, я не буду считать легендарку, 10, да? То есть 7 сюда, где-то здесь 400 хп-500, и здесь там 3-4 скорости тоже можно будет доточить. То есть еще 3 проточки можно сделать. То есть он теоретически даже при этих 3 проточках должен вылезти в первую пачку на последние места. То есть на 19-20 место где-то прыгнуть. Плюс-минус, я так думаю. После этого, смотрите, так, здесь эти руны почти все идеально доточено. В общем-то, и доточив вот эти статы, у него здесь будет где-то 35, почти 36 тысяч, округлим, 36 тысяч, скорости там 3-4, ну и все. При втором эвейке, сейчас мы сравним его базу, да, там типа здоровье 12800 на 600 брони, он получит еще дополнительно и атаку, и хп, и защиту, скорость останется такой же, но у него сбросится проточка скиллов. Хочу при этом посмотреть, на какое место он упадет. Будет ли он вообще во второй пачке или перекочует в третью? А если будет в третьей, то на каком месте? То есть сколько мест он потеряет из-за того, что ты его апнешь на второй эвейк? Вот. Конечно же, у него, соответственно, будут больше статы, но он потеряет проточку скиллов. И после этого каждый раз я буду ему точить по одному скиллу, грубо говоря, раз в неделю, да? И буду смотреть, на сколько мест он будет прыгать. И по итогу, что будет лучше? Я, конечно, вангую, что лучше будет со вторым эвейком. Ну, я надеюсь на это. Если будет хуже, то это будет вообще печаль. Тогда можно будет провести параллель со всеми персонажами. То есть есть смысл их специально там эвейкать или заняться этим для того, чтобы на мировом боссе увеличить якобы урон. То есть я хочу сравнить его с первым эвейком. Full skill, там full руны и все такое. И не переодевая его, конечно. И со вторым эвейком тоже full руны, скиллы и так далее. Какая будет разница? Если, к примеру, он будет в первой пачке на последних местах 19-20, вот такой, какой он есть, с доточенным, конечно, статами, а если ты ему сделаешь второй вейк, и он будет где-то на 15 месте в середине, там даже не в середине, то, наверное, не будет от этого смысла. Но если он перекочует в первую десятку, даже первую пятерку, я скажу, что оно того не то чтобы стоило, но это хотя бы показатель того, что второй эвейк для мирового босса, ну, то есть мировой босс конкретно оценивает вашего монстра по силе, по общей. Стихия, статы общие, проточка скиллов, ну и вот как бы первый-второй эвейк, мне это интересно сравнить. Ну, если вам тоже, вы поняли. Все дела. Конечно, петухов я 20 штук делать не буду, или 60 петухов, якобы ходить через них на мирового босса. Но, по крайней мере, мне было всегда интересно, насколько большая разница между первым вейком и между вторым. И разница при условиях только первый и второй вейк. Все. Все остальное прям одинаково, даже не разные мобы. Вот как-то так, и мне это интересно прям стало. Да, ну вы поняли. Так, продолжим на ГВшке. Так, плюс один мы ударили, теперь можно плюс два, да, ударить. Так, сюда пойдем или сюда пойдем? На кого пойдем? Этот поросеночек что ли пожирнее будет, да? Против русской гильдии какой-то воюем, если честно, их первый раз вижу. Так, давайте пойдем сюда. Ладно, уговорили. Так, сюда мы тоже можем, в принципе, взять вот так вот. Вот так вот. Да, но тут, правда, до ассист, которого придется, получается, до ассиста шотать. А шотать, ваншотать. Выходит так. Надеюсь, мы тут не профукаем. Я очень на это надеюсь. Так, давайте теперь с лидеркой, наверное, от нее попробуем. Попробуем с ее лидеркой, да. Так, сюда мы можем... Ну, это легко люшениться, как бы, понятное дело. Ага, но мы будем это не люшенить.
Или не будем это люшанить, вот так правильно. Так, поэтому мы доберемся до... Можно теоретически так ускориться, бафнуться. И еще кто-то кого-то тут добьет. Хм, да, можно и так, кстати, сделать. Только вот хватит ли СПД для этого? Вот тут я не знаю. Сейчас проверим с этим Тару. Иди сюда, Тарик. Тарик, лошарик. Попробуем так. То есть без стандарта, без Меган какой-то, без Бастет. Попробуем. Не знаю, мне хочется вот так вот затестить это. Без стандартного заливщика с бафом атаки. И хватит ли нам атак бара, чтобы походил наш... О, вот это прям коварно, коварно. Ага, так, закидай хотя бы дебафов. Рика, будь котиком. Станы там, вся фигня. Спасибо, ни одного стана. Так, 4 дебафа, 4 дебафа. Кого с большей вероятностью мы убьем? Гоги волосатые ноги или Ритеша? Но мне что-то кажется, у Ритеша больше хп. Хотя, смотрите, вроде бы как процентно я по Ритешу больше снял. А может там больше критов прошло по нему. То есть в Ритеша выдать сейчас 2 выстрела, я надеюсь, сквозь броню. Один якобы пробьет, хотя мы все равно никого не убьем. Мы все равно из них никого не убьем, только пробьем. Ударю сюда, он его подхилит. Хотя, да... ладно, все равно бьем, и тебе привет. Давайте в Гоги. Бах-бах. Так, только не стану, я надеюсь, он не в Деспайре. Он в Деспайре, твою за ногу. Так, подхилил брата. Может сюда как-то... Сейчас. Он, получается, должен сдохнуть от дотов, правильно? Да. Тогда не будем триггерить пассивку до ассиста. Я могу просто сейчас вторым скиллом как бы его якобы убить, но до ассиста выхильнет. Не надо. Тогда просто в ретеша. Оу, сойдет. Так, теперь можно тебя. Пылесос катается. Так, сюда еще раз. Не еще раз. Так, ну и нельзя его бить, получается. Ладно, давайте тогда сюда ударим. Ох, ничего себе ударило. Ууу, 2 дебафа. Какая плохая девочка. Сейчас он, надеюсь, походит уже. Слип. Так, ну тогда можно... Можно и дебафов накидать, уже все равно. Да, уже побую. И массовка. Боже, какая анимация, да? Красотища такая. Прям шишка торчит, а? Такая красота. Так, ну смотрите, как я и ожидал. Мы ходим первые. Бафаемся. И получается, нам надо шотнуть, ваншотать арха ему. А, стоп, нам все равно кого шотать. Получается тогда панду или арха огненного? Ну, лучше всего панду, там раскол. Да, лучше всего панду убить. Так как он уже не воскресит, у нас же Димон в пате. Поехали. Так, пиу. Отличненько. Не-не-не, не убивай моего маленького говнючка. Так, и Калли наша сейчас будет шотать, получается, наверное, сюда, да? Так, бух. Отлично. Ладно, с первого скилла ударим. Он хилиться умеет, ничего себе, какой молодец, да? Так, бах. Еще сюда и убьем. Убили, хватило. Шикарно, шикарно. Тут просто ты понимаешь, что там новичок какой-то, у него мало скорости, и можно даже демонам догнать нужное количество скорости. Лёлик, зачем усы сбрил? Как дурик, только лёлик. Так, кобальт. Валька в дефе. Так, а элемент у нас плюс 2. Тогда придется идти на лёлика или лелика. Сюда можно взять... Кого сюда возьмем? Так, так. Знаете, кого я хочу взять сюда? Взять сюда вот этого месье. Надеюсь, он закатит. Так, доберем сюда еще к нему. Наверное, возьмем тоже раскол. Поставим, наверное, его лидером. Так, и есть... Хотя, если мы сейчас будем ускорять, тогда его можно не ставить лидером. Ускорим мы его через, наверное, шарика. Так как без хила будет опасно. А шарик нам даст хотя бы иммунку. Шарик, шарик, ты где? Шарик на котике. Какой вуса, блин, мышка прощелкивает. Где шарик? Шарик. Вот он. Так. Если на драка бабочку ему нужна.
Если на драка бабочку, ему башня иммунку закинет. Закинет, потому что сначала очистит все дебаф, а потом кидает иммунитет. Так, сюда мы пойдем через... Ну, люшенить неправильно, да? Неправославно люшенить. Смотрите, я показываю. Ладно, не буду показывать. Старый мемчик. Так, тогда мы сюда возьмем чё? Чё мы сюда возьмем? Так. Кого же мы сюда возьмем? Можно, конечно, через нее попытаться пробить. Но тогда нам нужно будет тоже какое-то ускорение. Надеюсь, бастет достаточно будет. У нее, считай, за 200 скорости в сумме. Более чем достаточно, думаю, будет. Так, где наша бастет? И тогда, ну что, еще Рику добираем. Кроме Рики особо тут никто дебафов не обвешает. Разве что Зайрос. Лидером, я думаю, оставим ее. Так, ну поехали. Пожалуйста. Пам-пам-пам-пам. Так, есть такое. Одна иммунка, но ничего. Сейчас тогда пирата попробуем вырубить ему. О, еще и баф скорости, шикарно. Так, пирата мы сейчас... Сейчас я подумаю, как лучше будет. Оу! Даже так. Мы можем сейчас слить паладинши чуть-чуть атак бара, то есть 30-ку. Потом с третьего скилла дать в паладиншу. Возможно, мы сольем сотку атак бара, но это не точно. Получим 100% ход. Пирату собьем больше половины. После пирата получим еще ход. Добиваем пирата. Если не так, не шотнем. И еще и ударим Теомарса. Это я так себе разрисовал план. Я просто уже дрался против этого чувака. Я вам запись включил. Комментируй запись. Так, не, на самом деле, куда бы ударить? Давайте в любом случае в паладиншу. Эц. Не слили атак бар. Ну. Чтобы получить 100% ход, мы должны ударить сейчас вторым скиллом. Либо паладиншу, либо пирата. Так, оп. Спасибо тебе за платную подписку. Илька, правильно? Илька. Спасибо тебе, Илька, за платную подписку. Вот, сохраните ссылку на гайды. Вот, гайды. Скоро будут гайды на 12-го гиганта, дракона, некроманта, будущих боссов, на артефакты и так далее. Так что смотрите гайды. Да, они делаются для спонсоров. Так вот, давайте мы попробуем шотнуть пирата этим скиллом, а потом ударить паладиншу. Поехали. Почти, но он умрет от дота. Так, теперь в паладиншу. Не слили. Это просто доп-ход, это даже не прокнул Виолент. То есть мы сейчас, получается, убиваем паладиншу. Пират точно сдохнет, да? Дотные эксперты есть в чатике? Скажите, этого достаточно будет? Дамы и господа мы. Так, получаем баф. Отлично, все. Теомарс остался один. Я думал, хорошая жизнь будет, в вуз поступлю, буду работать за много денег. И тут бац, надо стать стримером? Да, прям надо? А кто тебя заставляет стать стримером? Мама, да, наверное, кричит. Господи, когда ты уже станешь стримером? Блин, почему мне так не говорили? Вот, второй скилл не фул. Сейчас мы бы со второго скилла ударили, пробили бы ему больше, естественно, половины. У нас был бы еще ход. Мы бы походили с первого, если прокнул бы Виолент, мы бы еще и с третьего походили. Видите, вот вся загвоздка на втором скилле. Нету скиллапов. Хоть девлмонов бери трать. Бесит. Так, оу, пачки. Так, давай так сделаем. А, ты люшенишь? Фу, не, ну люшенить это, конечно, не очень красиво. Тут я согласен. Мама тебе говорит уже, да, что она тебя не любит? Ну, как бы не осуждай маму. Мама всегда права. Только мама может сказать правду. Что она тебя там не любит, ненавидит. Так, попробуем. Ну, выбора нету. Шотаем панду, да? Теневая стрела. Поехали. 54600. Неплохо такой у нее урон поднялся на самом деле. Ага. Бах, стан. Так, ковбойша. Минус, да? Ковбойша. Точно минус. И слип. Добиваем ковбойшу. Хочу в 3 дебафа ударить по арху. Да чтоб тебе покрасили, ладно. Сейчас будет 500 дебафов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Карл. 7 дебафов. Господи Иисусе, стой, Осе, Дева Мария. Да арху сейчас...
Гоплык, поехали. Это в защитного моба через лидерку защиты. 39 кусков. Ну, не так уж эпично. Не так уж, конечно. Но если бы это... Вон, ковбойша бы сейчас получила 1060, наверное. Как минимум. Матушки, шишечки. Так, давайте затаримся. Так, что мы тут купим? Купим. Это мы купим. Да, это мы уже купили? Хорошо. Так, это мы купим. Сегодня оказалось, что я нормал башню не прошел. Точнее, финального босса. И мы нормал башню, знаете, чем убивали? Сейчас вам покажу. Да, очень было тяжело на авто почти. Вот в три монстра мы убивали эту девочку. Вот поставить нужно рекорд вот в эти же три монстра пройти на харде. Или мужика, или вот эту вот бабульку. Тогда прям капец, шишка будет плюс 3 сантиметра. В 4 монстра уже хард башню убивал. То есть я сюда не помню, кого добавлял. Кого-то я сюда добавлял. То ли Сигма, то ли еще кого-то, я не помню. То ли Белку. В 4 монстра, короче, босс уже падал. А вот в 3 монстра у меня не получилось, потому что Лакрес отказывалась станить волны. Но все-таки хард и нормал, разница существенная. И на харде, если контроля не хватает, тебе по жопке неплохо дают. Да, но в 4 моба уже босс падал. Все, следующая задача — пройти хард женщину, либо мужчину в 3 поросеночка. Вот таких вот. Максимальный бюджет. Да, никаких первачей. Та-та-та. Так, что вы поняли. Так, это мы сюда все сделаем. В общем, насчет этой птички Кхана, надо будет смотреть, следить, как он и что он там. Да, на этом будем заканчивать это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за стримом, приходите каждый день. Вас много на Ютубе, приходите на Twitch. На Ютубе я не стримлю. На Ютубе я даю рекламу стрима, того, что стримлю на Твиче каждый день. Поэтому вступайте в нашу группу Телеграма. У нас там идет розыгрыш в Телеграме. И, соответственно, вступайте вот в нашу группу ВКонтакте, хотя там 5 человек сидит, но все же. Да, в Телеграме нас намного больше. Здесь вы можете голосовать, узнавать новости раньше всех. То есть, если Комтуаса выкладывают какие-то новости, сначала я кидаю в Телеграм, потом обсуждаем на стриме, а только потом доходит до Ютуба. Да, то есть на Ютубе вы узнаете новости самыми последними. И, возможно, эти новости уже не особо и актуальны, пока они дойдут до вас. Поэтому вступайте в группу, приходите на стримы ежедневные ко мне и к Даше. Даша начинает в 6-7 часов вечера, я запускаю в часов 9. До встречи, пока-пока.